Так, попробуем пострелять из лука китайскими бамбуковыми стрелами. Если посмотреть, вот стрела вот такого она. Такой вот кривизны. Вот. Но тем не менее, попробуем. Дистанция маленькая. Может быть, куда-нибудь попадем. То есть для нас важна растяжка лука и как работает геометрия плеч. Традиционный бурятский лук гисар. Пойдемте посмотрим, что мы там настреляем. Бери камеру, Леш. Так, ну, несмотря на то, что китайские кривые стрелы, все-таки нам удалось как-то попасть в мишень. Вот. Но самое интересное, это то, как растягивается лук. То есть геометрия плеча работает очень интересно. То есть здесь и здесь у нас клинышек. То есть когда мы растягиваем, сначала идет плечо и включаются кончики лука. То есть законцовки работают, ну, практически как у блочного лука. То есть они досылают стрелу. Вот эти кобылки усиливают удар. Поэтому лук очень требовательный в момент выстрела. То есть если у вас упор хоть чуть-чуть съедет, то есть стрела уйдет в сторону. То есть очень важно. И лук как раз ставит технику. То есть для опытных лучников будет очень интересный лук. То есть он непростой, вот, но замечательный по своей геометрии. Выпускается он либо с черным стеклом, либо покрыт прозрачным стеклом. Ясень, клен. То есть это два вида. 63 дюйма. Выпускается силой от 25 до 60 фунтов, шагом 5 фунтов. Заказывайте луки, не пожалеете. Отличный лук, рекомендуем. Ну, на этом все.